Может быть, если нарядить елку, то и новогоднее настроение как-то появится. Странно. Вроде бы и елка есть, и подарки есть, а все равно как-то грустно. Ну и где же его взять? Это новогоднее настроение. Код красный, ребята. У кого-то нет новогоднего настроения. Как так нет? Уже бегу. Валера, ну пойдем же, там нужна наша помощь. Наш пациент. Ну вот, уже и новогоднее настроение появилось. Смотри, как улыбается. А это потому, что праздничный таксотряд на то и существует. Новогоднее настроение дарить. Нет, ну, конечно, если тебе так легче будет, то можешь меня тискать, пожалуйста. За ушком еще, да. Ну кто ж собак блестками-то кормит? Ох, учить тебя еще. Так, ребята, вы ее держите, а я за пиротехникой. Ну вот, теперь точно не скажет, что новогоднего настроения у нее нет. Убирать это я, конечно же, не буду. Так, в смысле не... А кто? Опять за ним все почищать. Дорогие друзья, совсем скоро настанет Новый год. Сегодня мы хотим вас поздравить с этим замечательным и волшебным праздником. Следующий год – год собаки. Пусть он будет веселым, активным и добрым, таким, как наши четвероногие друзья. Пусть этот год принесет вам много настоящих, преданных друзей и хороших новостей. От всей души желаем, чтобы ваши питомцы были здоровы и счастливы, а мы будем продолжать радовать вас и в новом году. Без сюрпризов точно не обойдется. С Новым годом! А я желаю вам больше пищащих игрушек. Ну, таких, которые с громкой пищалкой. А что ты так на меня смотришь? Я речь не готовил. Ну, с Новым годом? Пожелать что-то. Еды, конечно. А вдруг уже исполнилось? Пойду проверю. Пусть в этом году исполнятся ваши самые заветные желания, и праздничное настроение всегда будет с вами. Подождите, не расходитесь. Конечно же, у нас есть для вас новогодние подарки. Если вы хотите выиграть для своего питомца вот такую огромную корзину с кормами, вкусняшками и даже игрушками, вот что вам нужно сделать. Первое, вам нужно подписаться на наш YouTube-канал, канал Pet Shop Blog. Второе, нужно сделать репост этого видео на свою страничку ВКонтакте. Ссылочку на запись, которую нужно репостить, я оставлю внизу под этим видео. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел и объявлен 10 января в нашей группе ВКонтакте. Обязательно участвуйте и выигрывайте новогодний подарок для своего любимца. С любовью, Pet Shop Ru! Собака, символ, чё ты спишь? Очень спокойный год будет с таким символом, просто какой-то такой.